Кстати, мы можем в зону попасть, то есть по краю зоны пролететь вдоль всей зоны. Можно так и сделать, кстати. Это по левой полосе лететь надо, прям в вышку въебаться почти что. Асим, мы бой сразу принимаем. Принято, если не надо, обойдите. Если надо, не ввязывайтесь в бой, обойдите с другой стороны. Чё-то я этого сюрта давно не слышал. Нами наши едут сейчас на бронемашинке. Стреляют по это по диспетчерской. Там пехота вроде. Инженеры, аккуратней. На дальний? Инженер не выходит, что-то инженер. Нет, там инженер не особо. Так что своими силами, наверное, как-то. Блин, прикольно так. Чувак, видео там снимать. Плохо? Прием по танку, как дела? Молодецкая. Ремонтируй. Чисто прошел. Я думаю, что инженера вы до конца миссии нельзя взять, парни. А что у нас шасси выпущено? Нет, я беру. А, у меня типа текстуры пола нету, я сейчас АКМ тебя вижу. Я снизу на тебя смотрю. Пол. Текстуры пола не отрисовывает. Ну я могу вас топливом заправить, надо? Может я спрыгну на парашюте, спущусь прямо это, в зону? Ну, давай, давай не в зону, к нашим прыгнешь. Хотя они там с кем-то воюют. Давай тут на тот клочок прыгай в конце дороги, а потом это дойдешь до них. Окей, понял? Да. Пролетай над ними, я выпрыгну и приземлюсь прямо туда к ним. Там у них, понял, что к ним прям не надо. Вот белое пятно под нами, окончание дороги, вот туда, куда-то, по правой. Чего? Как дела у тебя? Ну чё, я пошёл? Давай, пока. Держи связь, пока я послушаю, что говоришь. Феники, смотри. Прыгай. Ну ладно, понятно, смотри, все потеряли. Спасибо. У вас там рядом еще пехота, не постреляйте. А мы уже с ними... А я 4 на 5, мы сидим в казарме, до сих пор нас зажали. Ага, живите. Живите, парни, немножко осталось, сейчас захватим. Так, танк на ходу. Танк на ходу, все, давай танк, все, в зону. Танк, давай в зону. 3-4. Короче, 3-4 тоже в зону, 1-6 в зону, 2-2 в зону. 2-2 вообще как, на связи? Будем считать, что не на связи. Все? Все на связи. Давайте, парни, тоже в зону заходите. Ну, защищайте красные метки и заходите в зону. Давайте, парни, финальный штурм. Инженер. Пума. Пума. Пума живая, блин. Давай тоже на штурм. Да вы все еще не можете никак двигаться. Это, кстати, сторона вот ко всем относится. Вот это вот, что значит инженеров не занимать. Надо все равно, чтобы хотя бы два человека было. Два люкс на две. Слышь.
Warning, altitude. Петля на связи? Да, на связи. Warning, altitude. АКМ, все отлично. Я приземлился, спасибо. Хорошо. Я еще проход сделал над зоной. Да, я видел. Красиво прошел. Наши тоже все живые, вот. Кроме повода. Повод погиб. Жаль. Не везет ему даже до конца миссии уже в последнее время. Проверка ПДВ. Давайте штурм зоны, парни, все. Я КС врываюсь в зону с этим. Понятно. Давайте, парни, все штурм. Пума, мы так и не починились тоже. 1-4, еду к вам. 1-4, вышли из казармы, но приступаем к штурму. Так. Там вообще штурм, доклад ПДВ. Танк, слышишь меня? Я сейчас буду пи ангара. Танк, стой на месте, стой на месте. Танк. Живой? КС. Слушай. Тут в ангаре справа от тебя стоит два полностью заряженных АГС, если что. А, так. Ну ладно. Понял тебя. Намек понял, да? Да, и еще виртуальный арсенал, но это просто потом. Это вообще шикарно. Ну, давай, Warning, altitude. Warning, altitude. Warning, altitude. Спасибо за игру. Там инженеры были, блядь, в ангаре.